Можно любить драться, можно не любить драться, но лучше уметь драться. Не все люди мечтают стать бойцами или мастерами боевых искусств, но практически все хотят быть уверенными в своей безопасности и уметь достойно ответить своему обидчику. Возможно ли женщине победить мужчину? Как победить группу нападающих? Как избавиться от страха и неуверенности и в любой ситуации быть хладнокровным, сосредоточенным и внимательным? Как победить с одного удара? Как выиграть драку без единого удара? Возможно ли научиться самообороне быстро? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в системе самообороны Абсолют. Внимание! Дальше только правда. Информация основывается на огромном опыте в боевых искусствах и спортивных единоборствах. Авторами были разобраны на самые мелкие составляющие и проанализированы все нюансы огромного количества стилей и направлений единоборств. Было проведено тысячи спаррингов. Все приемы были неоднократно проверены в реальных драках, как мастерами, так и их учениками. Секрет идеальной самообороны заключается в правильной технике. Необходимо знать и уметь, как и куда нанести удар противнику, чтобы вывести его из строя наверняка, и больше он не мог причинить вам вреда. А также в правильной тактике. Необходимо максимально скрыть ваши замыслы, иначе противник будет готов к атаке, и ее эффективность снизится на 90%. С противником не нужно проводить спарринг. Вы должны тратить на каждого нападающего один, максимум два удара. Больше в реальной драке вы сделать не сможете. Необходимо максимально использовать все преимущества вокруг вас. Местность, предметы, погоду, освещение и так далее. В этом поможет развитие бойцовского мышления. Самое основное – развить умение адекватно реагировать на любую ситуацию. Без страха или агрессии, просто выполняя то, что необходимо. Это именно та изюминка, которая поможет выйти победителем всегда, применить любую технику, избежать дальнейших возможных проблем с законом при превышении допустимой самообороны. Для отработки всех вышеперечисленных умений вам не нужен зал или спарринг-партнер. Возникает вопрос, почему? Наша техника проста в изучении и применении. Инструкции и видео полностью раскрывают все элементы каждого приема. Вам незачем тренировать навыки спаррингов, так как вся ваша тактика должна строиться с расчета на один удар. Такие удары можно наработать самостоятельно, с помощью подручных тренажеров. Описание методик тренировки на тренажерах также присутствует в курсе. Психология уверенности никак не зависит от количества проведенных спаррингов. Можно провести тысячи спаррингов и в реальной ситуации все равно испытывать страх, так как ни один спарринг никогда не смоделирует реальный бой. Для развития умения хладнокровно и адекватно реагировать на ситуацию существуют другие техники. Они выполняются самостоятельно и описаны в наших курсах. Аналогов нашей системы самообороны Абсолют пока не существует. Приобретайте наши курсы, и вы будете в числе первых обладателей уникальнейших знаний.